Луковицы мускаривелла и финис можно высаживать очень рано без каких-либо проблем. Для лучшего эффекта рекомендуется растения размещать в группах от 5 до 15 штук. Лучше всего культура растет на открытых солнечных участках. Неплохо себя чувствует и в полутени. Подходит для массовой посадки в цветниках, газонах, лужайках, альпинариях, а также под кронами деревьев и кустарников. Мускаривелла и финис имеют бледно-голубые цветки с белой каймой, собраны в кистевидное соцветие. Они мелкие, многочисленные, поникающие, с нежным ароматом. Цветоносы до 8 см высотой. Мускари Валерии финис это травянистые высотой 15-20 см, диаметром 2,5 см. Цветет растение в месяц май, апрель. Аромат у цветов сильный, окраска цветка голубая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 0,3 см. Весной листва по цвету зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.